Я не видеоблогер, ага. Я же бегаю. 11 часов 18 минут. Мы проснулись где-то минут. Сколько времени? 11.24. Но часы у меня неверные, неправильные. Подсказывает мне мой товарищ сзади. Что я хочу сказать по поводу первой ночи в хостеле. Первой и последней ночи в хостеле. Комары. Точнее, комар. Именно один. Именно один дотошный комар. Но я сказал, типа, ладно, брат, соси. Все, и все. И он отстал потом от меня, насосался и отстал. Мы пошли покушать. Вы никогда не угадаете, куда мы идем. Ну ладно, угадайте. Завод. Йоу, министерство. Местный чё? Винзавод. Йоу. Ну, хипстерская точка. Я веган, она веган, я веган, она веган, он в секте, она в секте, все веганы, это секта. Я веган, она веган, я веган. Вы можете наблюдать, как вид вегетарианца поедает свой фалафель. Он пока скрыл его от нас, чтобы мы не видели. Типичный веган, который сидит за маком. Открытый там Final Pro. В ушах наушники Xiaomi. Рядом лежит, да, не iPhone, это Nexus 5. Ну, тоже достаточно хипстерская вещь. Вот красный, видишь, он же не просто так, он красный. На этом заканчиваем рубрику «Типичный веган». Мы упали под дождь, но... Он прекратился, и мы пришли в Петропавловскую крепость. Петропавловская крепость была заложена в 1740 году. Или построена уже в этом времени. Что стены были построены в 40-м году, а от начала крепости в 703-м. Может быть, строительство такой крепости достаточно небыстрое дело. В церкви, в которую мы сейчас зайдем, может быть, захоронены все цари и рыцари. Вообще все цари? Да. Все до единой. Клево. Привет, друг. Давай, 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 давай. Ты сможешь, давай. Ой, хардкор, Ассасин скрининг. Прыгни, хоть прыгни для прикола. Ну, давай, давай, ассасин скрининг. Типичный ассасин скрининг. Да. Высоко я не мог забраться. Ты смотрел? Что? А, нет. Ты не счешь опять. Зум, зум. Сейчас жить в таком обществе, где основные, главные, моральные и духовные ценности людей снизошли на нет. И во главу угла ставят деньги. Зум, зум! Все, нас выселили из нашего хостела. Теперь мы идем. Есть? Невский проспект, дом 96. Я иду просто на рекорд. Сегодня второй фалафель за день. Это на 2 фалафеля в день больше, чем я ем обычно. Северный бульвар, дом 29, комбус 2. Однокомнатная квартира. Свободна ли она с сегодняшнего дня по 18? Мы решили взять хостел и сейчас едем в хостел. Вот так вот. Мы приехали на электросталь. Это станция всего. То есть куда бы мы ни поехали, это будет единственная станция. Ну, зато мы посмотрели.
посмотрели Питер с разных сторон. Я считаю, это плюс, потому что, блин, если бы мы... Мы бы сейчас сидели на одном месте просто и ничего бы не делали. А это не весело, это не круто. Это не экстрим, это не авантюра. Это обыкновенная, не знаю, поездка туристическая. А так хотя бы забавно получилось. Быков, да? Да. Четыре. Мое окно. Моя за стеклом. Когда ты выходишь на улицу из теплого помещения, образуется конденсат на линзе прямо в центре, не сбоку где-то, прямо в центре. Из-за этого получается. Наше впечатление после того, как мы заселились в новый номер. Только положительные. Только положительные, серьезно. Я говорю это без всякого сарказма. Потому что наше разочарование было просто безграничным. Но сейчас... Наше? Ему было вообще плевать. Он сидел и монтировал. Искал я. И мне постоянно все отказывали. У меня после этого самооценка упала в ноль. Не переигрывай, Сань. Сейчас мы хотим сделать... Мы хотим забраться на крышу. Мне кажется, нам дадут... Это того стоит, определенно. Это импровизированный вок. Настолько импровизированный, что... Я даже не знаю. Они подумали, что я сейчас скажу, я ничего не буду говорить. А, такой чудесный парк. Деревья. Люди сидят на лавках. О, ребята! Привет! Здорово! Как день провели? Расскажите. Дождь. Ну и дождь. Ну а в конце солнышко. И ветер, да. Ну и дождь. Снимаешь, как я вытираю ручки? Да. Очень важная информация. Это концептуальный кадр. Они все равно грязные. Да.